Сегодня первая игра с участием действующего чемпиона. Все мы прекрасно помним, как здорово они играли в прошлом сезоне. Да, теперь осталось посмотреть, как команда будет себя ощущать в этом году, когда титул надо будет защищать. Увидел открывание впереди, делает передачу. Проходит эта передача. Хорош. Можно бить. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность в действиях защиты? А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Кардозу Мендиш. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Кардозу Мендиш. Пирло. Отлично. И пробил. Удар! Вратарь на высоте! Ждем угловой. Самое скопление игроков угловой под. И выносится мяч из штрафной. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Посмотрим за этой атакой. Какая реакция, какой прыжок, класс! Судья показывает, что будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. Пирло. Мяч будет введен из аута. Рамос. Опасный момент, но вратарь в порядке. Красавец. Да, упускает команда 100% шанс отличиться. Жеров. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Игра остановлена, будет угловой. И в центр штрафной мяч летит от Барба. Да, пока рано делать выводы, но команда проигрывает, и разбрасываться такими моментами все же не стоит. Грамотный пас, все по делу. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Как проходит передача, что он придумает? Это удар! И забивают они, довели дело до ума, наконец-то! Да, сравняли! Красавцы! Снова равенство на табло 1-1. Ба. Это может быть опасная атака. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Ба. И пробил. Отличный сейв вратаря. Отличный удар. Вот это спасение. Угловой, шанс выйти вперед. И прямо в центр штрафной мяч летит.
Пирло. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Есть адрес у этой передачи. Хороший момент был, но на этот раз голкипер на чеку. Да, дубль пока не получается у этого игрока. Озил. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И есть поддержка у этой атаки. И подает штрафную. Не получает. Хорошее спасение. Ловить мяч не стал. Просто отбил подальше от ворот. Кто-то считает вообще угловые? Мяч летит в центр. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Можно провести контратаку. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Фарфан. Посмотрим за этой атакой. Джеро. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? На некоторое время обезопасил он свои ворота. Ба. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. На перерыв. Команды готовы, тренерские установки получены, можно начинать. Рамос. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Джерард. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Ба. Это может быть опасно. Озил. И подача туда, в сторону ворот. Защита первая на мяче. Вынос. Ба. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Рамос. Какой-то, знаете, между собойчик. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Вынос. Удар по воротам. Красиво сыграл вратарь.
Игроки в штрафной готовятся к борьбе за верховой мяч. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. И выносится мяч из штрафной. Кардозо Мендиш. Тут может что-то получиться. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Рамос. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Грамотный пас, все по делу. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Пирло. Пока неплохо. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Недовольны болельщики гостей, во всем видят затяжку времени. Их можно понять, хозяева действительно не очень торопятся вводить мяч в игру. Фарфан. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Это может быть опасно. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Хорошая. Опасно! До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Пошли последние 15 минут. Может получиться интересная атака. Отобран мяч, надо возвращаться. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Аут. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Так, только... И это штрафной может быть очень опасным. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел и требуют от судьи принять меры. Если гости и дальше так будут оборонять ничью, судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Очередной точный пас в его исполнении. Атака продолжится через фланг. Рамос. Пас за пасом следует, много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним. Вот это удар! Буфонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия.
и разыграть решили угловой. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. Защита первая на мяче, вынос. До конца матча остается не так много времени, и этот угловой хороший шанс для команды. Вот так вот хитрят, угловой разыгран. Возможно, это был последний шанс изменить счет. Фертонг. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Мяч вынесен подальше от ворот, опасность миновала. Рамос. Идет атака флангом, тут есть свободная зона. Отличный пас, довести дело до конца. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Позив. Получится у них победить. Идеальный момент. Барфан. Многие важные мячи забиваются со стандарта. Посмотрим, что получится сейчас. В центр штрафной подан мяч с углового. Время на исходе, а счет остается равным. Можно провести контратаку. И с мячом он идет вперед. Чуть-чуть бы везение нападающему, хотя шансов там особых не было. Последнее слово за защитниками. Они здорово организовали классический искусственный офсайд. Полтора...